Доброе утро. Доброе. Назовите, пожалуйста, свое имя. Дэниел Оушен. Мистер Оушен, а чем вы собираетесь заняться в случае освобождения? Вегас давно не ездил. Хочешь обчистить казино? Для такого дела нужна дюжина мошенников высокого класса. Зачем столько? Так, навскидку, свой человек в казино, спец по машинам, напористый негр, несколько лжепридурков. У меня шарики, они могут лопнуть! Джентльмен! Раздольщик шариков! Человек, способный разжалобить, и лучший электронщик. Здесь деньги из трех казино. Они не Терри Бенедикту принадлежат? Да, ему. Он будет против? Может быть, уверен. Начали.